волнение, переживание. Допустим, человек, который пережил страшное безденежье и какие-то кризисы финансовые, крахи просто и прочее, и оставшийся верным, ищущий Бога живого, молящийся, и потом получишь откровение о Боге, как Эль-Шаддае, более чем достаточном Боге, и потом вступивший уже в эпоху уже своей жизни процветания, до стабильности, он имеет откровение о Боге, как достаточном Боге, и даже более чем достаточном, как о Боге, об обеспечителе своем. Он это знает уже не просто как логос, как рему. Он это почувствовал, он это пересчитал даже и всех положил. Он этим живет. И человек, который пережил страшную болезнь и был уже приговорен врачами, допустим, к смерти, и уже все, исчерпал все ресурсы, и вдруг он переживает Бога, он вникает в Слово, да, он принимает Божье исцеление в свою жизнь. И он живет уже насыщенный днями, здоровый, крепкий человек. Он имеет откровение рему о Боге как целителе своем. И так дальше и тому подобное. То есть обычно, чаще всего, рема связана с личным переживанием, опытом. Приводят пример проповедники очень хороший, мне очень нравится пример с двумя женщинами. К примеру, две женщины проводят семинары о воспитании детей. Одна женщина, она может даже и замужем, но еще не имеет своих детей. И понятное дело, что она приводит примеры из Библии, из жизни о воспитании детей и говорит очень правильно. И в ее устах это будет логосом, как правило, логосом. Вторая женщина уже воспитала детей, они состоялись в жизни, они уже успешны, и внуки, и... То есть она рассказывает те же самые местописания, пересказывает такие же примеры из жизни, вроде бы логос, но это уже в ее устах уже будет ремой, уже пережитой, слово, ставшее плотью. Она это пощупала, она это потирала, она это воспитала, она прожила эту жизнь уже, пережитая. Иисус, как логос, явившийся в этот мир, ныне как рема, сегодня человеческому роду. Это потрясающе. Слово, ставшее плотью, жившее среди нас. Дамы и господа, и в моей жизни было откровение рема вот, о том, что он есть воскресение, жизнь, в 2003 году. С Пасхой, наверное, уже оставить будет время. Уже будет мало у нас. Но знаете что, друзья, расскажу эту историю кратко. Я ею делился в разных собраниях. В 2003 году я впервые в жизни молился, одним словом, за воскрешение мертвого. И он воскрес. И очень быстро исцелился этот человек. Потом были другие в моей жизни воскрешения. На сегодняшний день три таких конкретных воскрешения, четких, ясных. Другие не такие четкие и ясные, но тоже есть моменты, когда можно говорить о воскрешении, но нет точной уверенности, что это было воскрешение. Но первый случай самый в моей жизни, в практике, был самый невероятный, просто и спонтанный совершенно, как и всегда, к этому готовиться невозможно просто-напросто. Значит, это было в 2003 году. Я был за рулем машины, и я сбил подростка, мальчика-школьника, который на мотоцикле выехал на трассу. Мы жили в Киеве, из Киева мы ехали, значит, через Сумскую область. И вот недалеко от города Крылелец вот это ДТП произошло. То есть мальчик, подросток этот со школы сбежал, как потом выяснилось все у следователя уже в подробностях. Значит, он с другими пацанами, они на мопедах, на велосипедах, на мотоциклах, кто на чем может, с разных сел, в ту пятницу, как раз перед Лазарем, кстати, субботой, совпало вообще-то. Пальцем в небо. Они сбежали с уроков и с разных сел в одно село съезжались, чтобы весь день гонять, и вечер, и даже ночь гонять. И вот, тот пацан, он выехал на трассу, и произошло несчастье, это трагедия. То есть я пытался избежать столкновения, насколько это было возможно, но не тут-то было. Все-таки внедорожник, 2 тонны на скорости, мало не покажется. Удар был сильный. Я убедился, да-да, я пытался вырулить в сторону, но, кстати, Бог помиловал меня тоже тогда, потому что если бы трагедия была бы, не знаю, метров 100-200 туда или вперед, мы могли бы кувырнуться просто. А здесь мы просто съехали с трассы. Но все равно, по касательной был очень сильный удар об этот мотоцикл, и он отлетел, и пацан вылетел.
вперед. И я убедился, что жена цела, дети целы. У нас тогда было 5 детей в то время еще. 6-й наш ребенок младший родился позже, уже 10 лет сейчас, 11 лет. Вот, и знаете, друзья, я убедился, что семья цела, и выскочил наружу. Подбежал к этому пареньку, ну это было, конечно, зрелище несприятно. Мне казалось, это, знаете, как будто не про меня, как будто это фильм о ком-то вообще. Потому что не верилось, что это со мной происходит вообще. Я сколько за рулем, я никогда не попадал в передряги, в происшествия. Ну, были там, я там поцарапал, ну это по мелочам были, еще по первости отсюда. Ну, а здесь, понимаете ли, вот такая трагедия. Мотоцикл в стороне, и я сразу к пареньку подбежал. И вот впервые в жизни, знаете, я за упокой много молился в свое время. За умерших я много молился в моей прежней христианской моей жизни, православной, традиционной. До 96-го года я молился за упокой очень много. Бог свидетель, что, да и те, кто меня знали раньше, считали, что как бы я очень молодой священник, но такой ревностный, за умерших много молюсь. Потому что я из семьи атеистов, притом потомственных атеистов. И я очень ревностно вымаливал свой род. Я считал, я молился за своих родственников, умерших. Вот. И я верил в то, что молитвами я могу помочь моим умершим родственникам. И переживал очень сильно по этому поводу. Ну, такое мистическое богословие. Я уже не молюсь, 20 лет уже я не молюсь за упокой. Молюсь только за здравие, за живых людей молюсь. То есть в этом плане я тоже протестант, можно сказать. Да, но почему я тогда еще оставил, 20 лет назад как раз, эту молитву за упокой. Почему? Потому что, ну, написано, и познайте истину, и истина сделает вас свободными, если так коротко. Потому что из Писания я четко убедился, что о молитве говорится только лишь, что касается людей, друг друга, только лишь за живых. Конечно, еще с семинарской скамьи нам промывали всяким словоблудием религиозным мозги, что, мол, у Бога нет мертвых, у него все живы. Из контекста вырываются местописания, и получается очень даже убедительно. Думаю, надо же, классно, хорошо, у Бога все живы. И мы молимся за живых, только в другом измерении находящихся, и прочее. То есть, ну, можно договориться три короба вообще. И как и поклонение мощам, допустим, можно оправдать. И не безуспешно нам промывали мозги тоже. Вот чудо с Елисеем, с костями его на кости бросили, знаете ли. Вот, и мертвый воскрес. Ха, интересно. Вот, и как будто бы здесь имеется в виду поклонение мощам, поклонение останкам вообще. То есть, ну, это чисто сектантский такой, вообще, какой-то менталитет, вырывать из контекста места Писания и на них строить целые учения или практики церковные. Это недостойно христиан, я считаю. И я убежден, что эти вот такие антихристианские явления, которые существуют по сей день во многих христианских конфессиях, они просто должны уйти. Потому что церковь, я верю, Бог хочет видеть не имеющий пятна, порока и ничего-либо подобного, но святой и непорочный. Так что, по поводу молитвы за упокой, это одно из первых, что я прекратил делать в своей практике в 96-м году еще. И вот в 2003-м вот такое событие. Нет, я не отказываюсь от похорон, то есть если какие-то похороны совершаются, я и до сих пор присутствую и участвую в похоронах. Но я не молюсь, вымаливая души умерших. Я молюсь не за умерших, за живых людей. И проповедую Слово Божье людям, как, знаете ли, с таким наглядным примером при похоронах, потому что даже самый глубокий атеист, можно так выразиться, все равно в его сердце что-то шевельнется. Он все равно о вечности нет-нет да задумается. Поэтому я считаю, это очень хорошее в доме плача, очень хорошее время говорить Слово Божье. Говорить слова не просто человеческого утешения, это тоже надо, но большей частью люди нуждаются в соприкосновении с вечностью. Ну ладно, это другая тема уже. Так вот, и о молитве за упокой скажу. Я много в семинариях разных школах библейских учу, поэтому мои семинары можно отдельно послушать. У кого будет желание, пожалуйста, не поленитесь, послушайте. И я там не только из Писания, из истории христианства, например, привожу просто убедительные и прочее. Так вот, из своей жизни. И вот за того мальчика, подростка, я молился впервые в жизни, молясь за бесчувственное тело, молился не за упокой души его.
Для меня это был стресс. Я вопил Богу, просто вопил Богу. И мне казалось, его смерть неестественна. Но любая смерть, она, конечно, неестественна, но потому что мы созданы для вечности, даже атеист понимает, в принципе. Вот, значит, ну, как бы, на подсознании хотя бы своем, будем так говорить, понимает. Верующий-то это и умом понимает. И вот, как молился, я не помню слов всех, просто вопил Богу. И просто мне было очень жалко этого пацана. Вот, и ощущение было такое, чисто физическое, непривычное очень. Непривычное ощущение. Никогда в жизни такого раньше не ощущал я. Переживание на молитве. Это потом уже, задним числом вспоминал просто. Как будто мы с ним одно тело. Как будто я ощущаю его тело, как будто это моя еще одна нога или одна рука. Вот. Необычное очень переживание. А потом, в какой-то момент вдруг моего вопля, этого к Богу, вдруг перестал ощущать. Вот я — это я, а его тело — это его тело. То есть, ну, как бы, и я понял, как бы, ну, интуитивно, что он вернулся, он здесь сейчас. И на самом деле очень сразу, ну, вскоре после этого начались признаки такие внешние. Он глаза стал открывать, значит, стал садиться, очень активно, да, вот, стал, ну, подниматься хотел. Ну, конечно, когда он, лицо было чисто у него, значит, а сзади было уродливо все, конечно. Там его голова была разбита, и кости разошлись. Знаете, как переспел арбуз, трескается. И там мякоть, эти мозги, клокотала мякоть там. То есть зрелище несприятно, честно говоря, такое было. Я ему держал сам эти косточки, но, во-первых, боялся, что он там грязной рукой полезет. Ну, он лез туда, может, чесало что там, знаете, думаю, сейчас мозги почешут, что-то падает. Я поэтому держал ему руку, чтобы он не залез туда, в эту дырку. Вот. А потом еще у меня страх был такой, что а вдруг эти кости сейчас дальше, я оттуда вывалится все. Я поэтому держал. Хотя вообще по жизни крови боюсь я. Вообще по жизни крови боюсь, и меня мама все в медицину сватала. Я говорю, мне там нужно будет спасать самого. Вообще. Да. А здесь куда страх делся? Знаете, кровище, все, а я держу, значит, и, ну, я испугался, но потом уже. И, значит, приехала скорая помощь, мальчика забрала, скорая помощь приехала быстро довольно, хотя такая тихоходная довольно машина, это вот, знаете, УАЗик, буханка такая вот, написано «скорая медицинская помощь», но там все ложь, вообще, она и не скорая, и не медицинская совершенно, потому что из медикаментов одни носилки были только, и все. Я думал, такой только у Задорнова бывает в его или у Жванецкого в юморесках. В реальной жизни бывает хуже, чем у Задорнова там, или у Жванецкого этого. Вот, значит, и она была, ну, понятно, и медицинская, и не помощь никакая. Вот, но мальчика забрали, туда погрузили. Врач только сказал, такую фразу бросил, что батюшка, а я в таком черном подряснике, в таком дорожном был как раз. Батюшка, мы не довезем, это, ну, не живец. Короче, рано несовместимы с жизнью. Там и даже я как бы понял с его слов, что даже и в больнице помочь нечем будет ему с этой головой расколотой. И вот, ну, как повезли его туда, в Крылевец. Но я понимал так, что, думаю, хоть покалеченный, но живой, главное, будет. Ну, я не спорил с врачом, конечно, но понимал внутри, что он будет живой. По крайней мере, будет живой. Жена, детки помолились, и я пошел в посадку там помолиться тоже. Вот, ждали милицию, долго ждали. Милиция приехала поздно совсем, но общался с этими милиционерами, познакомился с одним офицером, очень интересный дядька такой, капитан, тогда он был милиционер, Сергей Шкура. Познакомился, но он, а я еще перед тем, как они приехали, милиционеры эти, да и я, значит, думаю, ну, это, может, это мне показалось, может, это был не летальный исход, а, знаете, вот, ну, как бы, просто такой глубокий обморок, значит, который я принял за вот именно, ну, уже смерть. Ну, такие сомнения, знаете, вот, как тот еврей говорил Иисусу, верю в Господи, помоги мне, не верю, знаете, вот, вот здесь помню, здесь не помню, здесь верю, здесь не верю, ну, как бы, вот так вот бывает у нас. Но когда приехали милиционеры, они косвенно подтвердили мне, что это летальный такой был исход, потому что эти люди, они сказали, что, ну, они не первый, батюшка, мы не первый год на дороге, это, ну, у пацана шансов нет, они посмотрели на его транспортное средство, мотоцикл, не подлежавший восстановлению, на где лежало тело, где мое транспортное средство, ну, у пацана шансов ноль будет. Ну, чтобы меня утешить, они там пару таких ужасников мне рассказали, как там у них свои там на дороге бывают происшествия, еще покруче. Но меня это мало утешало, честно говоря.
Вот. И потом приехали мы туда, в Кролевец, в больницу, потом, значит, в милицию. И, значит, уже в кабинете следователя, вот там стресс догонял меня уже. И, знаете, я узнал продолжение этой истории именно там уже. Ну, с моих слов было записано происшествие, я подписался, значит, как все это было. И ждал там в кресле, прямо в кабинете. И вот зашел врач скорой помощи, который с места происшествия забирал этого пацана. И он общается с этим следователем, я как бы ни при чем, я в стороне. Я смотрю и верю, и не верю. Представляете, этот человек, этот врач говорит следователю, что он неверующий, не мне. Потом говорит, что это чертовщина какая-то, по его мнению, произошла. Он дальше, я еще что запомнил, сказал, что это не была как массовая галлюцинация, что это не могло всем сразу присниться, привидеться это все. Потому что кровь оставалась свидетельством, что все это не приснилось. Проверяли его кровь, мальчик, кровь не чья-то, кровь не намазана чьей-то кровью. Вот, но привезли его в больницу, оказался он живой, здоровый. То есть за тех вот 10-15 минут, кто-то рядом с Кривцом, ну, их машины ехать, ну, минут 15, может быть. Ну, примерно так я прикинул. За это время он полностью исцелился. За 15, ну, 10-15 минут. То есть его кости срослись, кожа срослась. Когда его кровь смыли, полностью здесь ни синячка, ни царапинки, ни чемушеньки. То есть как будто бы оно никогда не ломалось у него, все, голова. Цела была, абсолютно. Хирург, к которому привезли мальчика, значит, был вообще в таком шоке, потому что его раздевали догола, хирург осматривал пацана. Дело в том, что вот хирург был почему в шоке? Во-первых, значит, ощущение было, как будто бы его переодели в чужую одежду. То есть одежда показывала, что на нем должны быть следы ДТП, повреждений. Но под одеждой было все, как будто бы это не его одежда. То есть не было ни синяков, тигматомов, ничего там, ни царапин каких-то, ни ссадин. То есть под одеждой, как будто бы он не падал и не стукался, то есть вообще чисто тело. По описаниям, лишь под ягодицей нашли, это как шлепок даже, это не синяк даже, мы не можем синяк писать, шлепок. Вот. Потом, еще больше хирург, кстати, он недавно ушел в вечность, уже умер хирург этот, к сожалению, умер атеистом. У меня только одна надежда, что все-таки он покаялся перед смертью. Я был в Кролевце, вот недавно, но проповедовал, мне рассказали, были люди с этой больницы, младший персонал был, присутствовал, общались, молились вместе и... Они говорили, что хирург наш умер, говорит. Но, к сожалению, так он до последнего дня оставался атеистом, таким даже, ну, убежденным атеистом местным. И я надеюсь лишь на то, что все-таки перед смертью, каким бы он ни был бы атеистом, но, знаете ли, глядя в лицо смерти, но человек наверняка мог вспомнить и этот эпизод. Для него это было свидетельство очень сильное. Потому что по ходу, пока мальчика раздевали, осматривали, хирург узнал того пацана, и мальчик все полностью подтверждал. Кстати, отвечал адекватно на все вопросы, ему задавали разным, специально так вот, проверяя, ну, на месте его там мозги там. Вот, значит, все было нормально, отвечал адекватно. И хирург узнал того пацана и говорит, ты лежал у нас в хирургии, да, лежал, такие-то числа, лежал, все нормально. Зажило хорошо, у него был перелом, там связано было опять-таки с мотоциклом, но явно не его транспортное средство. И зажило хорошо, у него тот раз, тот перелом зажил хорошо с первого раза, и он снова ходил в школу, гонял на мотоцикл, снова, понимаете, вот, значит, с пацанами. Но врач, как объяснял тоже следователю в моем присутствии, что как бы у него тот раз не зажило хорошо, на снимочках должен присутствовать след от старого перелома. И бывает бесшовного срастания костей. Но это у него произошло. Потом перепроверяли, вечером перепроверяли, были другие врачи уже, я их не знаю, что за врачи эти были, перепроверяли, делали еще раз снимки ему, вторые снимки все полностью подтвердили, самые страшные их как бы прогнозы, что он полностью здоров, потому что, понимаете ли, это все просто, ну, это против тому, чему учили их в медицинских этих заведениях учебных. Потому что не бывает бесшумного срастания, но у него это произошло. То есть не только следы от новых переломов исчезли, внутри не, все тело чисто, и внутри он здоровый. Ни переломов, ни порывов, кости все целы, как будто не ломались никогдашеньки.
Вот, и вот, но самое для них впечатление было, это у скелета старого перелома, его не нашли вообще. Как будто кости его никогда не снимались. Врач сказал следователю в моем присутствии еще такую фразу, там запомнилась мне. Это еще не все, говорит. А такой следователь, а что еще? Таким потухающим голосом таким, я, наверное, не менее глупо выглядел, просто я же себя удивился со стороны знаете, я только наблюдаю и сам смотрю, а что еще? И так, слишком много уже сверхъестественного. Вот. А он говорит, даже то, что писали по дороге, надо было все вытирать. Вот, потому что мы даже не можем поставить ему сотрясение мозга. Не, мозги на месте, просто... Все нормально с ним. У него такой аппетит. Да, нашли одну проблему, врачам она оказалась не сказана за ДТП. Я как раз убежден на основании слова и своего тоже опыта некоторого христианства, что это как раз связано, непосредственно с ДТП связано. Они нашли проблему, что в нем нет пищи. Как будто он давно не ел уже. Не то чтобы день, два или три, а не ел давно уже, вообще ничего не ел. Представляете, в его организме как будто бы не было пищи давным-давно уже. Его спрашивали, когда он ел последний раз. Он ошарашил врачей, сказал, что утром хорошо позавтракал. Думали, врет. Специально его, знаете, так нарочно так его. А что ты любишь есть, а что мама тебе готовит, а что-то там, прожарка такая. Ну, специально так, знаете, провоцировали. Думали, вывести на чистую воду. Думали, врет. Что-то покрывает. Оказывается, вот, ну, сказали медики, что, ну, поверили ему, вот, что все-таки, ну, судя по описаниям, он поел очень хорошо, для пацана это более чем даже хорошо, а потому что он признался, что это у них был уже преступный сговор с товарищами, предполагался один прием пищи, весь день они и всю ночь будут гонять, поэтому он поел так хорошо. Хорошо, ладно. А вчера ты ел? Ел. Называй, что ел конкретно. Сколько раз ел в день? А позавчера ел? Ел. То есть он ел каждый день и ел не раз. А утром очень хорошо позавтракал. Даже судя по описаниям, это было, ну, как мужик нормально поел. Вот, спрашивали его, ну как, думали, может, у него что-то со стулом ненормальное. Ну, знаете, может, как птица. Ну, мало ли, такой туалетный индиго такой. Ну, мало ли, феномен. Одна маленькая Чернобыль рядом. Ну, доходило до смешного, знаете, я там слушал их. Вот, но судя по описаниям, у него было все нормально. И со столом, и со стулом. Все нормально. Как у обычных людей. Он, то есть он не сразу бежит в туалет, этим словом. Вот, значит, и, понимаете, значит, и стали, ну, интересоваться. Но вот это не нашлись объяснения, не нашлось. Но самое интересное, для меня это было еще одним подтверждением, что все-таки в тот день был именно летальный исход и было воскрешение. Потому что даже в Писании обращали внимание, да, когда воскрешают, дайте поесть, дайте поесть. Это не то, что как зомби там, поесть, рефлекс. Нет, но, ну, как фильм показывает, там жизнь такая. Значит, но это нормально, человек воскрешается, ему надо первое, что значит, надо не рассказывать ему проповеди, там, и что еще, дайте поесть ему элементарно, потому что он есть хочет. А, кстати, и эти санитарки, медсестры, младший персонал, они были очень эмоциональны, врачи более такие были, ну, такие, ну, и должность обязывает их такими быть очень такими суровыми. А вот медсестры, санитарки, они там растрезвонили сарафанное радио по этим корпусам. Короче, последний час-два мне было очень трудно там находиться с, как бы, с репутацией чудотворца. Знаете ли, вот. Хотя сейчас я уже думаю, если бы, ну, вернуться бы в то время, я, наверное, бы сейчас призвал к покаянию, все это отделение, там, милиция давно, покайтесь. Но это чисто по-человечески, знаете, мысли такие. Тогда было не до того вообще, я люблю сейчас уехать быстрее домой и все. Вот, значит, и эти санитарки, медсестры рассказывали, что они там пацана, мальчика, повели в столовую больничную, потому что, да, пока его осматривали, проверяли, он говорил одно и то же, я вот умираю, я есть хочу, дайте хочу поесть. И врачи сказали, в конце концов, так и умрет, вот в нем не макроборосинки, надо ему что-то поесть. И медсестры, санитарки повели его в столовую, там больничную столовую. А это, кстати, было вообще чудо было. Бог его еще раз спас, уже в столовой. Потому что эти санитарки и медсестры, они заболтались и не смотрели за ним. А там на столах много было порций накрытых, нетронутых, еще аж с обеда. То есть это под праздники, под выходные, короче, многие больные были, ну, де-факто были по домам.
так вот. Поэтому на обеденные еще стояли. И пока они там судачили, они потом спохватились, но было уже поздно. Он настолько порции умял. Короче, обожжем капиталистов. Ну там и первый, и второй, компоты. Значит, они спохватились, что с ним, ну, плохо будет вообще. Ну, он помрет ведь за ворот там, значит, если в нем ничего нет, представьте, старого сколько наездится вообще. Но Бог его помиловал, на другой день он был жив нормально, все хорошо. Но это он умял, они мне говорят, вот с такими глазами, эти медсестры. Вроде так вот ничего себе так пацан, но как в него влезло столько вообще много. Мы как посчитали, даже примерно, эти тарелки там пустые, оставшиеся. Прокол просто вообще, в два горла, что называется. Да, но как бы Бог его помиловал тоже в этот раз. И, ну, счастливчик, скажу так. Но, знаете, друзья, еще, так вот, к чему я это все рассказал-то? Это было, конечно, для меня, хотя уже время прошло достаточно много, но до сих пор это, ну, кстати, оно очень сильно трепетно для меня вспоминать это событие, хотя, говорю, потом были другие случаи воскрешения в поезде, там проводница умирала, все, врач уже констатировал, смерть выходил, и при мне начальник поезда уже вызывал штурповозку уже на следующую станцию, отменяли уже реанимационную машину, и другие проводницы плакали, вот, прощаясь вот, со своей коллегой, ну, так получилось, сильнейшее отравление, она черной звездой лежала, глазами закатанными, эта женщина, и вот это было зрелищно очень, ну, воскрешение, она воскресла, и уже через... Не только труповозку отменили там, она ехала дальше, а через три станции она уже раздавала чай. Розовенькая такая, счастливенькая ходила. То есть, и мне еще целую станцию ей пришлось ехать тоже с репутацией чудотворца. Это было очень тяжело. Не, ради бога, господа, не подумайте, что я такой чудотворец. Нет, сейчас. Нет. И не выстраивайтесь за чудеса. Исцеляться. О, зашкаливает вам все. Ох ты, Не, это шутка. Я вообще... Если серьезно, то чудеса происходят, да, и воскрешения были другие еще. Девочка в Киеве тоже, когда упала с 13 этажа на порожке и раздробилась. В отличие от мальчика, у нее уже вывалилось все уже, то есть там был еще более страшный эпизод. Вот через месяц она ходила в школу уже. Правда, еще с этой штукой и там и прочее, с костылем она ходила в школу уже. То есть тоже было воскрешение, но не такое быстрое, но тоже было исцеление. Но знаете, вот, но были другие случаи, когда молился, и потом за близких, дорогих мне людей, и не было воскрешения. Вот, самый такой последний эпизод, это вот наш священник в Киеве, мой друг, помощник мой, ушел в вечность скоропостижно. Вот, очень не хватает на него. Вот, и молились с братьями, и я молился за воскрешение, не было так похоронения. Вот, знаете, а перед тем, самый такой трагический момент, я молился за своего брата родного. Вот, прощаюсь с ним, за маму молился, прощаюсь с ней тоже. Вот. И у меня была надежда до последнего, что они встанут. Для чего? Не просто для того, чтобы встать, а у меня было, что им еще сказать просто, и о чем помолиться. Но так и не было воскрешения, так и похоронили. Знаете, вот, я не знаю, тайна, за кого ты молишься, кто-то воскрешается, кто-то нет. Кто-то исцеляется, кто-то нет, я не знаю. Но, видимо, мы все узнаем только впереди вечности. Но этот эпизод я хочу завершить словами, опять-таки, из Писания. Потому что когда мы ехали обратно с Крылевца в Киев, уже потемнело, уже ночью уже ехали, знаете, повернули домой, то по дороге я пережил еще один стресс, я слышал голос, знаете, я не псих, я не слышу голосов, вот, и все нормально у меня, вот, и владение оружием проверяюсь, значит, у психиатра, значит, там, вот, наличие оружия стрелкового, значит, и вождение автомобиля, значит, то есть, как бы, понятно, ну, то есть, я не псих, я нормально, хотя все так говорят вообще, наверное, в дурдоме, но, как один раввин говорил, знаете, мне понравилось так выражение, ну, правда, не очень смысл его, но один раввин еще, ну, традиционный, он еще не мессианский, он еще традиционный ортодоксальный раввин, он говорил там в Киеве у нас на общение, что, когда человек говорит Всевышнему, это молитва. Но когда Всевышний говорит человеку, это шизофрения. Ну, я верю, что Бог этого Рэба, он, ну, помилует, и все-таки, я думаю, этот раввин изменит свое мнение. Потому что в таком случае вся Библия, вся Тора, и это полна, написано шизофрения. Потому что,
Но это факт. Но я к тому, что в моей жизни не было ничего подобного ни до того, ни после того. Хотя после того уже много лет прошло, уже достаточно лет, достаточно. Я слышал голос, очень громкий голос, но удивительно, моя жена была рядом со мной, она не спала. Мы ехали вместе, да, дети все по балку спали уже, жена не спала, и она ничего не слышала, как потом выяснилось. Хотя я был убежден, это слышно далеко за машиной. Это было очень громко, как будто громко включили резко музыку. Я не люблю в машине резко включать громко музыку, я очень обычно так средне включаю максимально. Вот не ставлю громко. Хотя, ну, как бы, когда с кем-то едешь, там уже не прикажешь, но тех уже включают. Вот, в Штатах меня все время удивляли черные ребята. Значит, жаркая Калифорния, лето, у нас кондиционеры, вот, значит, едем, значит, там, светофор, останавливаемся, как раз южный район, черные ребята останавливаются на своей машине, у них тоже закрыты окна, кондиционер, и так музыка грохочет у них, что здесь хоть уши закрывает. Представляю, это что же у них там творится вообще в машине, она, как кажется, вибрирует, аж сердце, кажется, вот сейчас, вот это, да, ну, бедные их черные уши. Я не знаю. Думаю, вот, я каждый раз удивлялся, когда приезжал по этим южным районам. Вот это, да, думаю, вот зажигаю, черные братья. Да. Но, понимаете ли, в тот день, уже ночь, вернее, уже ночь, именно громко, вот, как вот черные включают музыку, скажу, очень громко. Очень громко. Я был убежден, что далеко-далеко за машиной это все слышно. Но я повторяю, даже жена родная не слышала ничего, оказывается. Вот, я слышал три раза одно и то же, громким голосом говорилось одно и то же. Это был вопрос. Мне бы кто ответил на мои вопросы в тот день. Представляете, это так, по-еврейски, вопросами на вопросы. Он сказал, ты это видел, только громко очень. Я не мог ничего отвечать, вообще ничего. Я только, ну да, как-то так, да, Господи. А сам не могу ничего ответить, еду дальше. Тот же голос, третий раз. Три раза одним словом, то же самое спрашивает, он меня спрашивал о том, видел ли я это все. Как бы, ну да, а что дальше? Я не мог ничего ему сказать. И вот третий раз, когда голос прозвучал этот, так же громко, так же он спросил меня, так же громко он сказал следующее. Вот так будет и с церковью. И все. И как вот внезапно появился, как внезапно исчез, как говорится, за что купил, за то продал. Вот, я его не просил, но он сам пришел, сам сказал это, и все, и перестал говорить. Но после того, вот это место писания, это были уже не голоса какие-то, это были мои мысли, но эти были мысли из Библии. Мне очень нравится, когда мысли из Библии приходят вообще, это потрясающе. Я, ну, думаю, вам тоже это очень нравится. Это так радует. Когда из Библии одно и то же вспоминается, знаете, вот как бывает, какую-то там непонятную музыку слышал, и она там крутится, и этих тараканов попробую там вытравить потом. А когда хорошее попадает, и когда хорошее крутится, это так приятно вообще, когда правильные мысли крутятся. И вот еду я, и уже мысли мои такие, я есмь воскресенье. Десятки раз одно и то же. Я есмь воскресенье. Я есмь воскресенье. Дальше еду. Я есмь воскресенье и жизнь. Это уже десятки раз одно и то же. Я есмь воскресенье и жизнь. Кстати, меня спрашивали не раз уже в собраниях разных. Вам было сказано о воскресенье на православной церкви? Я не знаю. Вот, потому что, ну, я понимал, что с православной связано. Хотя сейчас прошли годы, я думаю, а почему бы и не только с православной? Возможно, идет речь не только о православии вообще. Но среди протестантов, как правило, это не так актуально. Воскресенье. В ваших братствах протестантских более актуальным пробуждение является. Потому что если человек уснул еще и не смердит еще, как говорится, его можно еще просто разбудить. Вода. Вот так, да. Просыпайся, вставай. Вот. А значит, а уже, если он уже умер уже, другим сном уже, все, уже смертным сном уже умер, то тогда уже только воскрешение. Поэтому сказано у Павла, помните, воскресни из мертвых, стань спящими, да, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Мне так это нравится. Я никогда раньше не читал в контексте таком, но вот мне очень понравилось размышление такое, что Бог спящих, христиан спящих в церкви будет пробуждать.
а мертвые воскрешать, мертвые души, мертвых христиан, мертвых, мертвые деноминации, мертвые церкви воскрешать. И у него есть сила воскресения, сила пробуждения. Слава Богу. Да, и потом продолжение этого стиха, 25-го, оно тоже вспоминалось до самого Киева. «И верующий в меня, даже если умрет, оживет». Аминь. И вот, братья и сестры, благословляю вас старым добрым библейским благословением. Предпасхальный. Вчера была суббота, которую, ну, по традиции старой, такой библейский, называется Великой субботой, предпасхальной субботой. По библейскому, ну, по католическому календарю Пасха уже прошла уже. Она была в этом году очень рано, 8 марта. Значит, по православному календарю она позже всегда, позже библейской Пасхи. Значит, а библейская сама Пасха в этом году, ну, полнолуние месяца Нисан, имею в виду, это в этом году выпадает на 22-23 апреля, а потом неделя опресночная. Вот здесь, собственно, хотел проиллюстрировать, кое-что хотел рассказать про Пасху, но кое-что вы и так знаете, в общем-то, как бы, кое-что можете узнать при желании. Пасха – это очень интересное время, очень интересное в году время. Вообще, Пасха имеет еще много других наименований, и вот одно из наименований – это праздники Мацы, не опресночные, опресников. Это как бы антикулич совсем, это совсем другое. Кулич – это образ гордости, греха, порока, лукавства, где написано. А значит, квасное, а бесквасное – это образ чистоты и святости. И очень интересно, есть много традиций, связанных с Мацой. Я очень люблю хрустеть мацой пасхальной. Так что похрустим в этом году с 23 апреля до 30. Похрустим с горькими травами. Вот и прочее. Но, знаете, конечно, дело не в этом. Наша Пасха не просто маца или кулич, наша Пасха сам Христос Иисус. Это самое важное. Но хочется все-таки и здесь мало тоже быть верным. И, дамы и господа, я хочу спеть благословение на вашу жизнь. Благословение на этой неделе уже, я уже буду у себя в церкви, раз Бог в Киеве, такие уже пора уже. 24-го, следующего воскресенья у нас уже запланировано, просто уже гости и служение как раз именно пасхальное. То есть, ну, в дни опресночные, будет посвящено дням опресночным как раз Пасхе, теме Пасхи, будет пасхальный седер. В ночь пасхальную уже заказали там барашка, значит, да, он блеется в последние дни уже. Вот, и мы его за ужином уговорим. Кстати, перцы тоже заказали острых, хороших, да, там азербайджан, там хороших перцев острых. Вот, значит, и поедим барашка, значит, за ужином до утра надо все съесть. Ну, там два раза не надо повторять, там братья быстро умрут. Это точно. Вот, и мацы, горьких трав, значит, хорошие рассказы и тосты поднимаем. Тосты, которые, ну, в традиционной синагоге 4 тоста, у нас в мессианском исполнении православном уже 5-м тостом завершаем все, потому что после вечера Иисус, он поднял еще такие бокалы, один сказал, съесть. Ну, это Новый Завет в моей крови. Аминь. Поэтому после такого пасхального у нас хорошего ужина, в завершении будет еще и хлебопреломление, причастие, Евхаристия, настоящее. Вот. И о благословениях хочу спеть на вас. На еврейском языке я хочу спеть благословение. Перефразировав Маяковского, можно сказать так, что еврейским я выучил только за то, что им говорил сам Мессия. Но еще не только поэтому. Потому что хочется многим вас благословить. В украинском, в русском, как ни странно, очень ограничено передается все то, что изначально Бог дал как благословение. Как, допустим, слово «шалом». «Шалом» – «шалом» это не только мир. Как в Толстого, помните, «война и мир», да? «Война и мир». Нет, там и не то, там все сразу. И «война», и мир. Там в «шаломе» все указано, вообще сразу прописано. И то, и другое, и «война», и мир. Мир с Богом, война с грехом, с проклятием, с беззаконием, с болезнью. Там в шаломе имеется в виду, вообще в современном русском языке, думаю, в украинском не меньше, до 70 значений слова есть на русском языке.
Другие слова этого благословения также имеют десятки значений. И в контексте это потрясает просто воображение, просто потрясает. Там имеется в виду благословение и духовное, чисто как мы привыкли представлять себе, такое невидимое такое какое-то духовное, и эмоциональное, душевное какое-то, и физическое, плотское, казалось бы. Со всех сторон Бог хочет благословить человека. Бог любит человека. Это не отнять от него, это точно. Потому что Бог верности всего — это человек-убийца, а Бог истинный — это человеколюб. Это действительно влюбленный в человека Бог, который настолько любит, что доказалось бы любовь самым святым своей кровью, своим сыном, своим агнцем, своей жизнью. И я талис, этот талит отношу часто с собой. Он такой нетипичный еврейский, он мессианский. Потому что здесь текст не только из Ветхого Завета, но и уже из Нового, о Мессии уже пришедшем, говорящем. И пусть во имя Иисуса Христа, или как Бешами Ишуа, Гамашиах, Ишуа Машихейну, пусть это благословение будет наследием каждого из вас. Кстати, Бешем, во имя, это не просто, опять-таки, возвращаясь к Этану или Эману, да? Бешем – это в имени, буквально, в имени. То есть не просто с именем на устах, а в имени. Он во мне, а я в нем. Вот много с этих слов еврейских, они имеют в виду именно вот это. Такое единство такое, спаянность. Бешем – во имя Иисуса, то есть буквально в имени Христа. Я в нем нахожусь, а он во мне. Потому что помните сыновей Скева, да? Как они подобрались? Да не будет такого возраста. Да будут христиане сегодня в городе Львове. Не как те сыновья Скевы, а как Павлы и Петры, как именно вот люди, знающие Бога, не просто Этану, а как знающие Бога, как Эману, которые кушают Его ежедневно, Его кушают, пьют Его, которые едины с Ним и в Нем. Это блаженное единство, это тайна всех тайн. Отец, и я благодарю тебя за эту тайну. Еврехеха Адонай ве ишмареха Яхер Адонай панавлейха вихунекха Садоной панавлейхо вейяселехо шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа. Иешуа Гамашиах, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа Мессии. Амен. Бог Авраама, Исаака и Израиля, Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, и да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Благослови город Львов, благослови, Господь, собрание святых сегодня здесь собранных, благослови, Господь, в этом городе всех любящих Тебя и Тебя боящихся, всех славящих имя Иисуса Христа в этом городе, всех, кто действительно открывает свое сердце для Твоей любви и кто жаждет быть Эману с Тобой, растворенными в Тебе. Бог, и Ты повелел сегодня солнцу светить всем в этом городе, и добрым, и злым, всем людям. Бог, благослови всемогущий, всесильный эту землю боговедения. Пусть даже те, кто еще лишь формально произносит славу Иисусу, пусть действительно обратятся, действительно восхваляют величайшее имя, выше всех имен, имя
Мессии, Иисуса. Аминь. Благословение вам всем. И Бог благословит ваши дома, родные, ближние. Спасибо вам, пастор, спасибо церковь. Детки, благословляю вас. Дякуємо, отець Сергій, так що це, думаю, ми всі отримали неймовірне благословення, і воно матеріалізувалося так само в єврейському благословенні, так що ми вдячні, дійсно. Значить, люди завжди, навіть я подумав, ми говорили, були на піцу ходили разом, ми говорили про Олександра Мєна, був реформатор в цій церкві, який хотів реформувати її, але вони його забрали. Але не можна зв'язати правду, коли Бог постійно піднімає людей. І мені сподобалося те, що говорив брат Сергій, що ця церква, хоч вона і мертва в якійсь мірі, Бог зробить великі дива, Бог відродить, Бог змінить. І це є часто пожертви. Я сьогодні не проповідую, але маю можливість подякувати вам і в дійсності сказати дякую за пожертви, які ви даєте. У нас нема ніяких потреб, але в нас з'явилася нова потреба конференція, яка буде у нас в травні місяці, фактично вже через місяць. І це буде велике благословення для нас. До нас приїжджає багато гостей з Румунії, так само з Польщі, з Росії, з Америки і з наших церков, з Одеси, з Черкас, з Києва. У нас буде чудовий час. І це місце нас не вмістить, у нас буде занадто багато. Ми винаймемо приміщення в наших братів, християн. Зараз видно час кризи, і нам потрібно тільки два дні приміщення. І вони, одна церква підняла нам ціну, сказали, 5 тисяч за годину. Ми сказали, вау, по-братськи. Інша виявилась милостиво. Вона зняла в нас, буде брати 5 тисяч за день. І за два дні, так що нам потрібно, це буде 10 тисяч заплатити за це, і так само деяким проповідникам оплатити їх у дорогу, так що моліться з нами за це, і хай Бог благословить вас, давайте помолимося за ці пожертви. Господи, ми дякуємо тобі за цей чудовий час, який ти дав нам сьогодні, дякуємо тобі за те, що ти оживляєш людей, і оживляєш їх духовно, відроджуєш, змінюєш. Так само ти можеш зробити будь-яке чудо. І воскресіння з мертвих – це не є велика річ. Тому що людина, яку ти створив з пороху земного, може бути так само воскрешена тобою по волі твоїй. Дякуємо тобі за ці свідчення, ці дива, ці чудеса. І прошу тебе благослови зараз, Господь, фінанси людей твоїх, благослови їхнє ходіння з тобою, Господь, і розмнож, Боже, ці гроші, просимо тебе, дякуємо тобі, Господь, і благослови цю церкву, ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Amen.